Казанском федеральном университете прошел экспертный семинар, посвященный открытию проекта «Российские регионы в условиях острого международного кризиса. Ресурсы выживания и потенциал развития». Директоры и руководители высших учебных заведений провели 5 сессий, включающих в себя историческое взаимоотношение России и других государств, проблемы, связанные с ведением внешней политики, а также способы их решения. Приглашенные студенты и представители университетов также смогли задать спикерам интересующие их вопросы, касающиеся развития проекта и способов его реализации. Мероприятие подобного формата проходит в Казани впервые, и мы очень надеемся, что это хорошее начало, и мы будем продолжать этим заниматься. Тема очень важна для регионов России, особенно для Республики Татарстан, который больше года назад оказался совершенно новым для себя геополитических условиях. Татарстан всегда был в числе лидеров среди регионов России в рамках торгово-экономического сотрудничества. Это действительно так, поскольку экономика Республики Татарстан, она в целом экспортоориентированная. Как показывает практика, в субъектах России с каждым годом растет заинтересованность населения во внешней политике и основных направлениях деятельности государства. Это напрямую связано с тем, что жители Российской Федерации с каждым годом ощущают на себе все большее влияние дел внешней экономики страны. Именно с этой проблемой, а конкретно с нехваткой осведомленности населения, связан проект «Российские регионы в условиях острого международного кризиса. Ресурсы выживания и потенциал развития». Мы ориентируемся на происходящее, и, конечно, в этом году, который во многих отношениях уникален, Тимирхан Булатович уже отметил это применительно к Татарстану, но, естественно, это касается абсолютно всех живущих в России. С 18 по 20 апреля в Казанском федеральном университете пройдут несколько мероприятий в рамках совместного проекта Совета по внешней и оборонной политике университета. Проект стартовал в начале этого года и охватывает несколько регионов, в том числе Республику Татарстан. Эта конференция является продолжением предыдущих проектов, осуществленных в партнерстве с Фондом президентских грантов по направлению развития общественной дипломатии и поддержки соотечественников. Основной его целью является установить прямой контакт между региональным экспертно-политическим сообществом и ведущими экспертами России, а также осуществить просветительскую, научно-исследовательскую, образовательную и общественно полезную деятельность в российских регионах. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз.